Здравствуйте, мои хорошие! Если смешать семя льна и мед, получим вкусное лекарство от стойкого хронического запора. Принимать по половине чайной ложки 5-6 раз в день, можно и по целой ложке, если сможете разжевать такое количество семян. Необходимо тщательно разжевать смесь, затем запить, можно просто водой, можно любимым чаем, компотом из сухофруктов. Еще эта смесь повышает работоспособность, улучшает память, очищает организм. Когда я начала принимать лен с медом, то через пару недель заметила, что высыпаюсь. Высыпаюсь впервые за много лет. Мне хватает 5 часов сна, чтобы полноценно провести следующий день. Спокойно встаю и без бурчания готовлю завтрак внукам в школу. Появилось дикое желание столько всего сделать. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!